Хаюшки, солнышки, с вами Джерри. В общем, сегодня мы с тобой посмотрим снова Валеру Гостера. У него вышел новый видос. А если у него выходит новый видос, то я сразу начинаю смотреть. Погнали, по пути я тебе все расскажу, родной. Давай, кутайся в пледик и давай ко мне. Валера, я привет. Сегодня здорово. Я супернатурал и перед... Подожди, там же ж звук-то будет практически не слышно, мне кажется. Ну, я вот так вот White сделаю. Против грязного дома, это будет вообще, ну, вот, заруба. Всё, зашибись. Блин, наконец-то игра про меня. Тут что-то еще потише. Говорить надо. Я килька. Вот некоторые из команд. Какая я килька, блин. Давай-ка ты не будешь мне, я сам буду выбирать, что мне произносить. Супернатуралы, это же этот сериал про этих двух типов. Блин, там моя любимая серия, вот эта вот. Че, опять? Реклама. В игре, уже, которому... Вот. Посмотри потом на рекламу. Например, можно менять по августу. Танцел, я поверю, что говорю с вами. В финале, короче. Так, давай. Детектив Белый, я не могу поверить, что говорю с вами. Я был большим поклонником вашей работы, особенно того случая с Сакамото. То, как ты это сделал, было просто гениально. Понял, что вы тот человек, к которому стоит обратиться. У меня дома сложилась странная ситуация, которая не дает мне покоя по ночам. Слушай, я так думаю, что эта игра очень похожа на ту, которую я снимал. Да и Валера тоже снимал. Она 11F называется, поэтому я сейчас посмотрю, подумаю, может быть, сниму тоже. Не О, знаю. Смэк, приятно познакомиться. Кто там храпит? Скажите мне, что происходит? Порося храпит, речь идет о миссис Фьюзен, женщина, помогающая моей беременной невестке Кейли и мне по дому. Около недели назад она исчезла, пропала, не отвечала на звонки, пропускала свои рабочие часы. Что-нибудь необычное в ее поведении перед тем, как она исчезла? Она стала вести себя странно, называть нас разными именами, напевать странные мелодии. Это очень напугало Кейли, она недолго уехала к родителям. А насчет денег не беспокойтесь, мы найдем мисс Фьюзен. Беспокойтесь, я много беру. У нас не так много денег, особенно после покупки этого дома, но мисс Фьюзен значит для нас все, понимаете? Не гони, я в курсе, сколько эти чайники стоят. Ты, кстати, взял Свэк. Кстати, да, фирма, по-моему, Свэк, она называется... Она, наверное, есть в реальности, но вот эта, которую сейчас здесь в игре, я не знаю, поправь меня, родной, в комментариях. Я не знаю, но там, блядь, там от души душевно в душу. Потому что там дизайн у этой фирмы просто пиздец. Хотя, наверное, это просто муляж. Позвоните, как только что-нибудь узнаете. Для игры. Не волнуйтесь насчет денег. После моих услуг у вас их не будет. Кто так жестко сопит? Ля, обожаю, это же французский буллинг. Че такой худой? Да что, не кормишь? Какой буллинг, это бульдог. Жирный писец. Ля, ты трактор, ёб твою. Это что, снова не рабочие кнопки? Работают. А почему ты... Ты куда уезжаешь, дура? Отвратительно. Ну ладно, посуду не помыли. На плиту зачем насрать? Мне кажется, я раскрыл дело. Вашу домработницу просто сдуло. Примерно на запад. Почему тут такое свинство? Я бы на ее месте тоже не вышел на работу. Люблю такие игры детализированные. Подожди, Валерыч. Валерыч, стоять. Она ж это, типа, домохозяйка у них там или... Или кто она там? Я хочу такую фигурку себе. А, это не, хочу... не порося, что ли? Я ненавижу такие игры. Что-то хочется после них всегда. А ты полюби эти игры. Денег у него нету. Ага, конечно. Я на самом деле тоже Думаете, их терпеть не могу. Я не отражаюсь? Короче, погнали смотреть. Летим на мид. Что там говорить-то надо? Can you hear me там? Are you friendly, ёп? Bonjour, ё-моё. А, я думал, что... Вон она. А чё, батарея под потолком, это эффективно вообще? Я, конечно, нормально. Не хочу душнить, но зато дома подгревает нормально, хорошо. Берлога кайф. Можно я тут поживу? Мне кажется, расследование затянется... Это... Блин, это маска на стену. Выселим отсюда этого маленького сатаниста. Чё? О, меня слышно. Алло. Господи, пес проснулся. Она подуголодный. Там, Good evening, spirit. Тут надо быть My еще name тихим. Is White. Spirit White. I'm supernatural boy. Please, не ори, мразь. Потыкать разрешите в компьютер? Not now. А может я буду решать, когда нау, когда не нау? А чё на нем цифра 3? Это мне нужно знать? Так это пароль. Вспоминать? Так это пароль, там к какому-то замку 100 пудов пойдет. О, нихуя. О, где-то здесь. О. Show yourself. Да не ори, просто покажись. Если ты пытаешься меня тут что-то наморзянить, я не понимаю. Show yourself. Не, ну вы посмотрите, какой вредный призрак, а. Обязательно мусор в доме хранить, типа? Вот да. И соседи же летают. С сожалением сообщаем, что ваш ипотечный платеж за недвижимость в настоящее время просрочен на 95 Сколько? Тысяч баксов. Скорее всего, Охереть. Я работаю бесплатно сегодня. Яйца какого-то хрена не в холодильнике. Чё, блядь, с этими людьми? Только что произошло единственное автосохранение. Теперь назад дорогие.
бумаги нет. Вам придется столкнуться с тем, на что подписались. Со скрипеди туалетами? Иду, перестань звонить. Если мне снова придется искать профиль в течение 2 часов, я уйду. Я уйду, если не разберусь за 5 минут. Эй, вот Келли, если ты опять забыла пароль от компьютера, я разбросал по дому твои игрушечные фигурки, покатил коробки своим логином я и паролем. Я же говорю. Как-то сложно, я, наверное, пойду. Блять! В целом можно и разобраться. Сука! Значит, Валера, ты чё ебут? Следовательность. Курица, корова, кот. Какой-то список продуктов получается. Все, я иду. Начнем с этого. Это кот номер 3. Но выглядит несложно. А где это? О, я тебя знаю. Ты мне шею свернула. Электронная голова. 4. А, я же должен был найти домработницу. Я ее нашел. Забирайте. Она у вас в стенах шарится. Твою мать. Курица 8. Какой же я умный парень. Веду блокнот. Ты пиздец. Ты прекращай мне родить. Дневничок. Я тебя сейчас покликаю кнопки. Цифра 2. Все, корова осталась. Заяц. Сейчас я буду час искать последнюю корову где-то. Давайте без этого. Просто швырните ее в меня и все уже. Я же просто сейчас буду тыкать на удачу последнюю цифру. Кто там звонит-то ему? Валерий Брутфорсович, за работой. Она все это время названивает, блядь. Малышки, да. Или дома, ты уже починил свою камеру? Ёб твою мать, подумал, ты что кто, блядь? Немного, но знаешь, нашего времени, фу, пока ее не будет, притворяясь Колтоном. Ватсап, Белла, я Колтон, люблю чайники с Мэг. У тебя какой-то странный голос, Зай, все в порядке? Йоу, ватсап, все пучком. Очень надеялась приехать. Я очень хотела тебя увидеть. А тут света нет. Миссис Сьюзен пропала. Мне нужно идти, встретимся позже. Наконец-то, елки. О, гигли. Гигли. Камеры. Сюда. Да, с тем учетом, что мы с моим товарищем используем этим браузер. Ночное видение с помощью кнопки «Ночное видение». Какая кнопка отвечает за это? Can you help me? Do something. Do has me. О. Do has me. Понимаю. Оказывается, Валера тоже фанат Рамштайн, как и я, что ли? Где он делся? Вон что-то гавкает на холодильник. What? Bro, what are you talking about, man? Ой. Ситуация. А, окей, да? Теща пришла. Призрак за спиной. Что делать? Ну, отойди. Сейчас я встану, секунду. Ну, собственно, так и знал. Ну, если быть тихим, то она вряд ли как бы... Кравлер. Нафига ты это написал? Кравлер. Вытирай. Кравлер. Короче, вкратце. Жила-была мисс Кравлер, все ее любили. Сьюзен она висит Кравлер. На дереве, все потом грустили. Очень интересно. Но и что? Вы все, что Валера, я понял, стихоплет. Висит груша, нельзя вы скушать. Молодцы. Аппетитный стоит хруст, я слышу. Мисс Сьюзен, ну что ёп это за малевич на стенах? Бабушка, я вас нашел. Почему на работу не ходите, а? Ебать. Ну это было соблазнительно, конечно. Блять, беги! Что, у меня вошла бабка? С этого момента микрофон работает, и вы можете общаться с существами. Так, записывай мои требования, я хочу... Вот так вот тебе, блять. Ты что, мне молчать теперь? А как да. мне жить? Хорошо. Давай, Валера, АСМР. Чего, блядь? У меня были еще вопросы. А как мне записывать тогда? Я покопалась в интернете, и знаешь что? Мисс Сьюзен умерла 3 года назад. Разве это не безумие? Дура, я тоже умею киглить. Там она меня убила. Я сдох. Дурень, не шуми. Там, где мы смотрели телевизор, короче. Загадки для детского садика. Да я пошутил. Теперь эти бумажки собирать. Ты не шуми. Одну собрал. Блять, ну Валера, ну не шуми, ну сказали блин, же. Собирайте меня. Мне нужны вот подсказки. Что ты творишь? 134 FPS, неплохо. Are you friendly? А нафига тогда меня убила? Сука. Это твоя теща. Блять. Сука, падла, я болею. Я тоже, Валерыч, болею. Я килька! Что это такое? Я собираю мужика, а она разбирает меня. Почему мне напоминает... Вот этот мужик напоминает мне какого-то актера. Ох ты ж ебать, миссис Даутфайр. Ну вот опять. Да дай поиграть в пазлы. Do something. Do backflip. Do Рака Макафо стайл. Не буду я молчать. Да-да-да-да-да. Наконец-то. Собрал. Холтон. Холтон. Все не так-то. Это Н. Холти он, ёб твою. А не М. Тут художник, и нету. Петух. Да пи***. Он. Значит, здесь все просто. Шериф-герой спас, короче, семью от огня. Молодец, герой, просто чудо. Питьевой. Шоколадный. Хочу. Я не заткнусь. Я буду ходить и говорить гадости тебе всякие. What do you want?
Чтобы люди узнали. Тогда правду. Тебе не стоит сворачивать мне шею. То есть нужно говорить по-английски и, видать, нейросеть этой игры отвечать тебе на вопросы. Неплохо. Постоянно. Ну не то чтобы я боюсь, просто неприятно. Тише, а блядь. Вот это что? Я опять сдох. В смысле нет? Да не подходи, ты к кровати, она спавнится там, дебил. Ну, на хоть чем-то сошлись. А что мне делать-то? Can you help me? Избавь нас от его души? Можно пояснение? Мистер Призрак, попонятнее можно? А чё я-то? А кого убить? Сама убей. У тебя нормально получается. Опа. Чё, в натуре звалы дали? Прикольно, конечно, а кого валим? Дурачок, у меня ствол. После этого всего нет, я собираюсь валить спину на тебя. А, вот это перевари сначала. А, вот. А тебе нормально обоймы питать? Нихера себе. А я ещё анекдотами стреляю? Чё ему пох... Какой дробовик на пистолетке конченый? У меня 40 хп, у него 100 пуль в лице. Как, чё делать-то? Слышь, призрак, can you help me? Беги. Я не могу! Где боеприпасы нормальные? Мы идем разбираться! Ага, ждем выстрела. Все, выходим. О, получил! Так в бошку надо было. Пули съел? Офигеть! Мужик, в чем секрет? Чем ты питаешься? Теперь бабки произносишь. Паркет вскрыли. Под полами тухнет парочка. Отличный дом в ипотеку, что сказать. Ебать. Детектив Уайт раскрыл мрачную правду трагической гибели миссис Юзан и ее мужа. Виновником оказался шериф Роберт Холтон. Ревность поглотила так, его как... Стоп, подожди, так Роберт этот Холтон, это оказывается вот этот мужик с дробовиком. И он эти хлопнул с Юзан и этого... Ну, короче, и мужа-то ее. Когда мисс вот Хьюзен пошла ему другого. Манипулируя местными новостями, Холтон выставил себя героем, маскируя свой же пожар. Однако детектив Уайт разоблачил его действия и привлек его к ответственности. Какая ответственность? Я его просто застрелил. 100 раз где-то. Это все хорошо, собаку почему не кормят? И шею мне за что свернули-то? Вопросов у меня за все хорошее. Дом купили, под полом у них закваска из двух типов. Им что, не пахнет? С другой стороны, если эти ребята не выкидывают мусор, и у них реально там помойка просто вот так вот стоит с мухами, я думаю, им незаметно. Ну, можно сделать вывод. Убирайтесь чаще, а то пахнет. Вот так вот. Шо ж. Хорошо. Интересненько. Ладно, я надеюсь... Смотрю на куклу. Я надеюсь, вам понравилось. Якинка вынесла, согласен. Говори тише. Сворачивай шею. Are you friendly? Да, такой friendly. Конечно, а тогда нафига ты меня убила? Странно, что эту игру называют хоррором, вроде обычная бытовая жизнь. Теща только с приветом борща на плите нет, а по комнатам летает. Согласен. Требую, чтобы Саша Буян заставил Валеру снимать больше хорроров про уборку. Да, Саша Буян там отдельный мем. Происходит какая-то мистика, так же Валера. Ну, это было соблазнить. Да, Валера может. Люблю игры детализир. Да, согласен. Вот. Ну, что ж могу сказать, мне зашло. Серьезно, я тебе говорю, мне зашло. Я надеюсь, тебе тоже понравилось. Обязательно подпишись на канал. Давай с тобой добьем 100 подписчиков. Вот. Ну, а на этом все. Я думаю, всем удачи, всем пока.